Всем большой-пребольшой привет. Сегодня начинаем свой влог с машины, потому что мы собрались ездить в город. Нужно съездить в Каре. Оделись все уже весенние. У нас сегодня плюс 8 градусов. И Лизину куртку. Вон Настя в курточке. Нужно мне кроссовки и Лизе купить обувь. Насте купить обувь осеннюю. Нужно чешки взять. Чешки мы здесь уже купим. Завтра, когда поедем, перед тренировкой возьмем. Вот. А у папы все есть? Нет, мне надо обувь. Какую? Осенней нету. Осенней нету у тебя? Откуда? А, у тебя же все кроссовки те эти, да? Ну, сейчас посмотрим в Каре. Может, там акция будет. Возьми две, заплати за одну там какая-нибудь. Нет, две берешь, третий в подарок. Две берешь, третий в подарок. Да? Ну, в общем, посмотрим. Я вон купила себе, когда 4 года тому назад, обувь в Каре осеннюю. Я до сих пор в ней хожу. Мы же вместе покупали. Я кроссовки себе взял. Нет. Да. Не вместе. Вместе мы брали. Вместе? Вместе, да. Я ей говорю, что они долго проходили. Да. Там хорошие, легкие, помнишь, они были? Да. И в воде, и где только не было я в них. Ну. Так что, в общем, мы сейчас приедем с вами. Куда мы едем? В ТЦ Ультру? Ну, да. В ТЦ Ультру. Вот так вот здесь в Уфе на пригорках строят дома. Там тоже. Зато не затапливает, да, Валер? Здесь река получается. Какую мы сейчас реку проехали? Белую. Горе, да? А что там такое? Дома получается? Как-то непонятно, да? Ну, дома строятся. А, строится это? Да, вон же кран стоит. А-а-а. Ну, это фигня, конечно, гора, да? По сравнению с Челябинском. Златоустом. Конечно. Ну это хребет, наверное, какой-нибудь, нет? Не знаю, что такое. Приехали мы в Ультру. И Лиза у нас выспалась. У Лизы вот эти в прошлом году купили, говорит, жмут. Уже, наверное, все. Но сейчас все равно надо будет проверить, а то она может обманывать, конечно, нас, то, что ей жмут. Просто, может, неудобно, с непривычки. Почему? Они же новые, мы же вот осенью купили вот эти оранжевые. Мама, я помню, когда мы летом сюда приезжали. Осенью уже мы приезжали, по-моему, сюда. Нет, летом. Валер, да. Потрогай, где у нее пальчик? Вот он здесь. Ну, то есть, как раз или жмут? У меня тоже пальчик здесь вот. Но. Ну, значит, она еще весну может пройти в них. Ну, мы же вот только осенью купили. Мне надо тоже. Где мои? А тут тепло. На втором этаже. Где? Сенсей. Ага. Сейчас в Каре сначала зайдем, а потом в Сенсей. Вот у нас в России. Все есть. Все работает. Еще 250. Подарочный набор. Настя, курточку расстегни. Конечно.
Глория джинс. Куртку снимай. Пока не снимай. Там. Да, не снимай. Не засмотрелась куда-то. Я что туда. Вон Кари. Косметику уже. Короче, видимо, мы сейчас это никакой обуви покупать не будем. Сейчас я тут себе выберу. Миллион косметики. Я сейчас я косметику, пожалуй, куплю. А потом, когда деньги будут, приедем. Да. Так, пошлите посмотрим, где детская. 50% на все. До 50%. Пошли посмотрим, где детская. Здесь большой, да? Кари. Есть, есть. Кроссовочки. Смотри, ну вот Сали, скидка, да? Да, сейл. А вот старая цена. Ой, обалдеть. 2600 сделали по скидке. Ну, в садик так раз, снял, поставил. Удобненько. Мама, это сумочка твоя. Сумка-сапог. Это Гуччи. Летом просто ходишь. С собой берешь, короче, и идешь так. Ля-ля-ля, типа эту сумку туда положил. Раз, дождь пошел, грязь началась. Все, я пошла, Гуччи, мою сумочку новую. Я Гуччи заказала. Вот что маме нужно. Мама, вот и что. Мама, что? А ты знаешь что? Вот эта штучка, чтобы там не ломалась. Там бижутерия, да, походу. Мам, ты прикольная. Нам это не надо. Мам, две косметички. Два товара покупали на склад. Ща мы миллион товаров соберем. Наверное, купим какую-нибудь тут зарядку. Нет. Смотри, какая для консервирования. О, мам! Смотри, какие. Чик, наверное, банку. Поставь, Лиза, сколько стоит. Прикольно. А, это открывашка? Нож. 249. Прикольно. Мама, как тебе такое? Подожди, я что-то здесь хотела посмотреть, а меня разорвали. Вот, смотри, прикольно, да, для масла и уксуса. Наливаешь. 499. Емкость для хранения 1,249. Такая пипочка. Такая скользит, конечно, она немножко в руках. Мама, как тебе?
Что это? Сам ты взяла. Сколько это стоит? Мам, ты что, не видишь? Крем. Решили мы пока не торопиться. Зашли сейчас в сенсей, тоже смотрим. Вспоминала, как он называется. Сейчас он называется Син. Поэтому идем к обуви. Детская, что? Ну, естественно, ты есть хочешь. Ты ж сюда поесть приезжаешь. Предлагаете мне такие взять? Мама, не надо, ты упадешь. Да? На фитнес приду такая, лабутена. На лабутена. Ага. Мам, вот это будет твоя тапка. Я здесь иду. Твоя тапка, мам. Пошли, где ты, детская? Мам, идем есть. Да слушай, есть. Да подожди, мам, еще ничего не купили. Чего? А? Что это такое? Ну-ка, штучку прикольно, что-то мыть. А, нет, это сейчас не надо. Мы купим, что нам нет, надо. Нет, не надо. Пойдем покушаем. Может, купим вам резиновых сапогов и хватит? Надо. Причем они 1300. Вот 549 рублей. А потом лето, жара, солнце, все дела. Нет, мам. В чем? Вот 299, смотри, Лиза. Я хочу юбку. О, шортики, смотри, 400 рублей. Розовенькие. Это юбка. 152 сантиметра. Тебе такую точно нельзя носить. Чуть мне нельзя-то. Это на детей. Тысяча. Золотая. Золотой прибор. Повесь, пожалуйста. Не, сейчас разобьется. Лет. 559. Лет это типа что? Угу. То, что нужно, нету, да? И Лиза хочет есть. Это такой сейчас не ем. Подушка это? Это не такой. Да, для малышей. В общем, мы ничего посмотреть не можем, пока Элизу не покормим. Она ходит, хочу есть, хочу есть. Давай на лифте, вон, нажимай. Вот же. Наверх или вниз садись.
Наверх? Ты что в куртке-то ходишь? Что, вспышка работает у меня? Элиза пока у нас не поест. Да, Элиза? Не успокоится. Ходим. Есть, есть. Резинку сняла. Вот с утра сделали прическу. Ну тоже в торопях, в торопях. Лиза. Считает. Тот момент, когда живешь в частном доме, да, Лиза? Я не знаю. Вот здесь. Что, Бургер Кинг? Да. Тоже хочешь Бургер Кинг? Фудзияма, Меллисонелли. Вы хотите Бургер Кинг? Ты тоже хочешь Бургер Кинг? Сейчас походу мы поедим, да, и домой поедем, да? Нет. А чё? Купать, покупать. Ну, на тебя что там в каре мы посмотрели, не особо. Другой магазин поедем. А здесь такого, по-моему, такого ничего нету. А мы за школу-то всё. А мы где? В деревне, что ли? В городе. Мама, и Лизе говорю, пошли вот сюда, в Меллисонелли зайдем. Грузинская кухня. Нет, я бы там поела. Вон там, вон, посидеть можно внутри. Да, сейчас поедите, а мы потом туда, наверное, с папой пойдем. Мы там поедим. Я не хочу этот бургер. Я туда тебе хочу. Я туда тебе иду. Бургер хочешь? И картошку фри. Так здесь тоже есть картошка фри? Ну, конечно, пошли туда лучше. Угу. Ну, подожди, папа, подождем. Все, там он и посидеть можно спокойненько. Там пусто. Видишь, как хорошо. Да. Свободно. Все, все сюда, в эти бургеры. Туда. Конечно, там все. Хоть еда нормальная. А да. Что эти бургеры? Вы поели и... Сытые на 5 минут. А вон там вредные. Есть картошка фри. Есть там картошка фри. А. Ты бургеры все равно особо не кушаешь. Еще папа за Сбер спасибо, бургеры возьмет и все. Потом. Ну. Вот видишь, ресторан. Не то мне что. Не вот ручки можно обработать, пожалуйста. Да, это морс. Компот. Ну, компот, морс. Валера, кофе, да? Ты без сахара, да? Ну, это что? Что у тебя там, сливки? А это что? Молоко это. Это сахар. Сахар? Там у нас сахар. Ну, мне не надо. В общем, что мы заказали? Девчонки заказали хинкали. Настя любит, Валера любит. Я говорю, ну пошлите. Лиза чем... любит. Да, попробуйте настоящие грузинские хинкали. Фри. Я себе взяла. А, картошку фри Лиза взяла. Потом вот мы морс взяли. Валера тоже, получается, взял хинкали, да? И я взяла... А себе я взяла вот такую семгу по-батумски в сливочном соусе. Я ем то, что не ем, например, дома. Это они, вон, всякие хинкали. А, Валера еще люля-кебаб, да, ты взял? Люля-кебаб? Люля-кебаб, где они? Вот. Люля-кебаб. Вот, люля-кебаб. Каких-то баб. Так, и еще хлеб. Лаваш. Люля-кебаб. Это какой кофе? Аппаратная? Ну, аппаратная. Папа, это что за люля-кебаб? А? Это что за люля-кебаб? Ну, ты что не ел? Он еще сейчас принесет. Это как шашлык делают. Здесь что говорят, из-под ножа все, да? Готовят из-под ножа. Ну, здесь вон такой этот, как кинотеатр. Ну, так уютно здесь, да? Да. Хорошо. Там на последнем столике тоже сидели. Тихо. Одни, спокойно. Тихо. Да. Лиза. А
кушать хочешь? Вам, чтобы у нас парковка долго там нет. 10-3 часа бесплатно же, да? А остальное час 100 рублей, да. Когда у нас уже заказ? Как приготовят? Приедет. Нет, принесут. Официант. Настя, как там четверть закончилась? У Насти 4 четверки, да, только? 4 четверки осталось, или тут сидит, кривляется. Осталось, говорю. По русскому, да, наверное, по математике, да, по какому родной еще? Язык. Родной язык. И английский. И английский. Мы же в Башкирии живем, поэтому не пора. Да, а по башкирскому 5? Ну и все. Нормально. Мы же в Башкирии живем, пятерка нужна. Ну, остальные все пятерки получается, да? Все, остальные пятерки. В общем, зашли мы в Карри. Я не хотела прям совсем дорогие какие-то брать на Настю, так, если которые так, и по цене более-менее, и по качеству, ну такие мягенькие, хорошенькие, удобные, то размера нет. Я бы хотела ей побольше взять. Сейчас вообще думаю, может быть, в сапогах так и будет, или бы сейчас кроссовки посмотрим, кроссовки купим, потому что все равно, пока будет сыро, ты будешь ходить в сапогах. Все в сапогах ходят, в любом случае. Ну потом уж лучше тогда взять осеннюю надо. Да. Это мы же Лизе тоже на осень брали. В общем, сейчас посмотрим. Если ничего не найдем, то уже кроссовки вон на рынок сходили, взяли, да? А мне-то нужно все-таки такие здесь какие-нибудь за 1500 взять. Здесь такие надо, вот прям. А, это твоя аджика, наверное? Да. Все? Горячая? Горячая, очень. Жди, жди, очень горячая. Ну, очень горячая. В такой посуде. Вот это сырный соус. Люблю. Да. Люблю. Видишь, это, круче, это чем этот Бургер Кинг. Да? Сейчас попробуем еще. Как на вкус? Семга по-батумски. В сливочном соусе. Я такое люблю. Как вкусно пахнет. Сейчас попробуем. На только лаваш надо было дождаться. Но такие кусочки так неплохо, я скажу. Кусочки нормальные. Ну, кстати, просит лаваш. А, ну, лаваш можно сразу? Вкусно. Так, выглядит прикольно. А? Выглядит прикольно. Да. Ну, вкусно, мне нравится. Да. Я же люблю такие всякие. Мама же у нас почти как китайка. Воняет сладко. Но вкусно. Настя, ты тоже хотела себе заказать. Говорила тогда. Я говорила, мама сказала, что мы вместе кушаем. Да, да, вместе. Ладно, еще закажем, если захочешь. Что ты фритничаешь? Настя, ты все себе заказываешь. Сейчас хинкали поедите, и никакой картошки не захочется. А да, сейчас хлеба ты съешь надо. Картошку, сейчас принесу тесто. Сейчас ты картошку съешь. Валерия, люля-кебаб. На лаваше получается, да, здесь помидорки, соус сразу же. Сейчас хинкали принесут, сказали, да? И все приносят одновременно. А вот положи на соседний стол. Та с тестом. Лучше мясо просто поешь. Да. Да. Дашь попробовать? В смысле? У тебя два блюда, у меня одно. Давай, после тебя попробуем. Не, да я в аджику. Ушами, как манты. Горячий, да, Валер? Кинкали, конечно. Какая сочная. Это говядина. Очень вкусно.
Туда поставьте. Сейчас второй хлебушком выпекается. Угу. На, вытирай салфеточкой. Горячего. Такой сочный, прям этот, классный. Нет? Да, нормальный? Ты с аджикой ешь, что ли? Нет, сам лучше съешь. Сам? Она сейчас эти манты даже не доест, мне кажется. Попробуй. Ты же много где пробовал? Много где пробовал? Ну, сочный, да? Вот прям сок чувствуется. Или как тебе? Как тебе? Вкусно. Ну, вкусно. Чуть-чуть кого-то пересушено. Я боюсь. Нет, а мне кажется, самый самолет. Нет, ты просто не ел другие. И свой лаваш получается такой. Там здесь бульон. В общем, вот так-то у нас день сегодняшний прошел. Ничего мы не купили. Это первый раз мы съездили вот так вот и ни с чем не вернулись. Просто прокатились, разнообразили, да. Ну ладно уж, что ж теперь поделаешь, уже будем покупать здесь. Помню, мне как-то Зося, кстати, если ты смотришь, большой-большой привет, писала, говорит, мы из Уфы приезжаем к вам в Оглиново, покупаем одежду, потому что здесь и одежда такая симпатичная, и качество довольно такое, ну, неплохое. В общем, и в этот раз, видимо, точно так же получится у нас. Чаще всего, ну, это из-за обуви. Если бы я, например, покупала какую-нибудь одежду, то я в любом случае для девчонок, например, да, одежду взяла бы в Сенсее. Но так как я заказала уже много футболок, много чего на Wildberries, ну и вообще периодически Wildberries листаю, что-то покупаю по скидкам, по акциям, то есть еще дешевле получается. Поэтому мы уже не стали ничего в Сенсее брать. Нас интересовала обувь. Но так ничего и не нашли, будем завтра смотреть здесь. Все, мы домой уже приехали, как вы уже понятно, да? Девчонок положили спать, мы тоже уже будем отдыхать. Вам прекрасных, хороших выходных. Обязательно отдыхайте. Всего только самого наилучшего. Всем пока-пока.